Сепаратисты вот на том фланге у нас, по прямой и с той стороны. Бьют оттуда и оттуда бьют. Ну и сзади тоже есть. А так... Тут так практически полуокружение тут, да? Да. А это уже позиции 28-й механизированной бригады в нескольких километрах от Новомихайловки. В день украинской армии у бойцов абсолютно не праздничное настроение. Боевики испытывают на них тяжелое вооружение, которое завез последний путинский гумконвой. Вот попало в деревину лоту, ломало ее. Ночью и витали вас, наверное, с наступающим. С минометов стреляли. Парни 3 месяца держат оборону на крайнем от Донецка блокпосту, условия в которых живут хуже не придумаешь. Машины обеспечения сюда просто не доезжают, не говоря уже о командовании. Теплые вещи, еда, все благодаря волонтерам. И вот такая у ребят просьба. Прошу вас, как верховного главнокомандующего Петро Порошенко, взять под личный контроль 28-ю бригаду.